ребята, в эфире наш праздничный предновогодний «Покажи класс». Мур, скажи, а ты в этом году уже снеговика лепил? Конечно! Между прочим, он до сих пор у меня под окошком стоит. Ну и как? Красивый получился? Очень! Молодец! А наша сегодняшняя конкурсантка тоже слепила снеговика. Только он от нее убежал. Ну ты и выдумщик, Степашка. Снеговик не может убежать. Он может только исчезнуть, если солнышко сильно пригреет. А вот и может. Ты же знаешь, что под Новый год случаются чудеса. Вот сам посмотри. Ладно, давай. Еще лучше прежнего. Конечно! А на очереди моя родственница, кошечка, которая обожает елочные игрушки. Отлично! Смотрим! Но нам надо продолжать. Сейчас будет ролик от Виктории. Она разучивает новогодний танец. У нас сегодня просто волшебный выпуск получился! Ребята, вы тоже не отставайте! Снимайте побольше классных видео и присылайте на наш конкурс! Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы! А на сегодня у нас все! Смотрите самый семейный канал!